Здравствуйте, в эфире «Город С». Чем грозит неуплата налогов, какие акции проводятся перед Новым годом и в каком случае надо ждать судебных приставов? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяна Попухина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто должен платить налоги? Все граждане? Либо есть какие-то исключения? Категории или личности? Да, исключения есть. Имущественные налоги платят только те граждане, кто является собственником какого-либо имущества. Это может быть квартира, машина, гараж, дачный дом, ну, либо что-то другое. То есть это имущество должно быть соответствующим образом зарегистрировано в регистрирующих органах на конкретного гражданина. И именно этот гражданин должен уплачивать налог. Но можно предположить, что практически все, ну, большой процент проживающих и в области, и в стране платят налоги. Да, конечно. Но должны платить. Да, каждый из нас, платит. Как правило, является налогоплательщиком, потому что у каждого, как правило, либо квартира в собственности. Угу. И вы знаете, как много у нас автовладельцев, их становится с каждым годом все больше и больше, судя по количеству машин на наших дорогах. Именно они все являются плательщиками налога. И за каждую машину нужно платить, потому что я знаю, что в отношении жилья квартир пенсионеры, да, не платят не за все квартиры, а только за одну, да, не ошибаюсь? У пенсионеров имеется льгота. Со следующего года порядок применения льготы изменяется. Если кого-то это заинтересует, они могут обратиться по телефону нашей справочной службы, и тогда подробно будет дана информация по всем объектам налогообложения, где пенсионер будет иметь льготу. То есть со следующего года это будет только один объект. Ну, в этом году тоже было такое новшество. Налоги нужно было заплатить все до 1 октября 2015 года. Совершенно верно. Да, и вот вообще вы можете подвести какие-то первые итоги вот такого изменения? Люди отреагировали или нет? Повысилась собираемость налогов? Да, такое изменение, это очень удобно для граждан. Согласитесь, было неудобно в течение года вспоминать, что в апреле ты должен один налог платить, в сентябре другой, в декабре третий. Поэтому для удобства граждан законодатель привел все сроки уплаты имущественных налогов к одному. А с 2015 года и в 2015 году это было 1 октября. То есть до 1 октября нужно было уплатить все имущественные налоги. Могу сказать, что это действительно удобнее для граждан. И по поступлениям, по активности граждан мы увидели, что действительно активность по уплате налогов выросла. То есть вот поступление в целом по Самарской области, если мы сравним 10 месяцев этого года с 10 месяцами прошлого, увеличились на треть. Так, а в процентном отношении можно сказать, вот сколько жителей Самарской области заплатило налоги или нет? Вот до 1 октября. До 1 октября порядка 80-75% граждан уплатили налоги в срок. К сожалению, осталось довольно-таки значительная доля неплательщиков. Но могу сказать, что и в октябре, ноябре граждане были не менее активны. То есть уже получая другие документы по уплате налогов, а это наши требования, активность была достаточно высокая, у нас прошли хорошие поступления в бюджет от уплаты налогов уже после наступления срока. Да. Ну, впереди Новый год, не так уж много осталось, и, как правило, люди стремятся накануне Нового года освободиться от старых долгов, даже вот какая-то, наверное, примета есть или что-то такое. Какие-то акции, может быть, проводит налоговая инспекция для того, чтобы увеличить собираемость, повысить сознательность граждан? Да, конечно. Ну, прежде всего, мы идем к налогоплательщикам, то есть не ждем их на своих рабочих местах, а сами выходим на рабочие места к налогоплательщикам. Это так называемые мобильные налоговые офисы, когда группа налоговых инспекторов выезжает на предприятие или в организации. Причем в работе офиса участвуют как специалисты, которые дадут подробные разъяснения по вопросам начисления имущественных налогов, по льготам, а также и специалисты по работе с задолженностью, тоже дающие подробные пояснения, и специалисты, которые дают возможность подключиться к такому очень удобному интернет-сервису, личный кабинет налогоплательщика. А в этом году у нас была достаточно активна работа мобильных офисов. Вот только за четвертый квартал мы планируем провести около 250 выездов в различные предприятия и организации. И, конечно, граждане очень активно участвуют, много вопросов. Вы приезжаете в организацию по приглашению руководителя, директора, или сами выбираете? Вот интересно.
мы предлагаем руководителю организации, чтобы он разрешил нам провести на их территорию работу мобильного налогового офиса. Естественно, с согласия руководства выезжают наши сотрудники. Но можно узнать какую-то дополнительную информацию во время работы ваших сотрудников на предприятиях, но оплатить налоги в любом случае не получится, да, там вот, вне зависимости от того, что вы мобильная, выездная, вот такая у вас акция. Вообще вот уплата налогов, в чем она заключается, вот пошагово, что нужно? Первое, там, получить уведомление, Первое, да? Вот чтобы прямо вот понять, что это не так и сложно, наверное, потому что кажется, что это какая-то очень затейливая вся довольно. Ну, во-первых, гражданин должен понимать, какую сумму налога он должен уплатить, поскольку не сам гражданин себе начисляет налог, а эту сумму рассчитывает налоговая инспекция. То есть, когда мы получили сведения, например, из ГИБДД или из Росреестра о постановке на учет какого-то объекта имущества, да, транспортного средства, мы начисляем налог. Для этой цели формируется налоговое уведомление, где гражданину подробно указано, за какое имущество, за какой период владения, по какой ставке и какая сумма налога ему начислена. Когда приходит извещение с почты о том, что в ваш адрес поступает заказная корреспонденция из налоговой службы, нужно обязательно прийти на почту и получить налоговое уведомление. Тогда любой налогоплательщик может уплатить налог в срок, установленный законом. А затем, если по каким-то причинам налоговое уведомление не получено, и гражданин не знает о том, какая сумма ему начислена, мы направляем требования об уплате налога. Но здесь хочу отметить такой важный момент. Некоторые ошибочно полагают, что если я не получил налоговое уведомление, не знаю о сумме налога, то это меня освободит и от ответственности, от последствий, которые влечет за собой неуплата налога. На самом деле это ошибочное понимание, потому что вся корреспонденция, которая отправляется налоговыми органами, она направляется заказными письмами. А любое заказное письмо, направленное налоговым органом, считается полученным по истечении 6 дней с даты его отправки. Поэтому... Да. И больше того, это входит теперь в обязанность, да, налогоплательщика сообщать, даже если ты не получил уведомление. Если даже не попал в какую-то информационную базу, то нужно сообщить о том, что ты приобрел жилье, квартиру и там дачный участок и так далее. Да? Да, в налоговом законодательстве и в этой связи тоже произошли изменения. То есть если вы не получаете налоговое уведомление, расчет налога из налоговой инспекции, то вам необходимо сообщить. В противном случае... А в какой срок сообщать? Можно подождать или, ну как, может быть, придет? Через какое-то время? Нет, я думаю, ждать не стоит. Как только вы зарегистрировали какое-либо имущество, то на следующий год вам должен прийти расчет налога. Если вы его не получили, то нужно сообщить в налоговую инспекцию. И я слышала еще об одном изменении, которое будет в следующем году, что не до 1 октября, вот не это будет дата окончательной уплаты налогов, но она передвинется дальше. Или нет? Или пока вот такой информации нет? Я пока не могу сказать окончательно. Да, давайте подождем следующего года. Да, мы также будем заниматься рассылкой налоговых уведомлений, и в нем будет все-все прописано, и тот срок, в который надо будет уплатить налог. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, у нас еще есть время. Светлана, мы переехали в новую квартиру в октябре 2011-го, ни разу не платили налог на имущество, квитанции не приходили. Как получить информацию, чтобы оплатить? Вот тут уже не один год, да, в этом случае я рекомендую обратиться в ту налоговую инспекцию, где зарегистрированы квартиры, и налоговая инспекция либо в силу каких-то, может быть, нестыковок по получению данных из регистрирующих органов не начисляла налог, она его начислит, либо, может быть, вы в силу каких-то обстоятельств не получали уведомления на почте. Поэтому инспекция в любом случае выдаст вам либо копию налогового уведомления, либо сформирует его, и будет возможность уплатить налог. Виктор, если не платишь налог на землю, могут отобрать участок или нет? Чисто теоретически могут. Я могу более подробно рассказать об этой процедуре. То есть, если вы не платите земельный налог, налоговый орган выходит в суд за принудительным взысканием этих долгов. Получив судебное решение, мы направляем его судебным приставам-исполнителям. И вот здесь уже, когда судебный пристав начинает процедуру принудительного исполнения судебных решений, во-первых, он обращает взыскание на денежные средства должника. Если денежных средств недостаточно или они отсутствуют у должника, идет черед взыскания за счет другого имущества. В том числе это может быть и земельный участок.
А здесь еще люди спрашивают, как же можно соотнести стоимость этого земельного участка с суммой долга, когда у меня долг, например, 100 рублей, а участок стоит, ну, 100 тысяч, например. То есть законодательно этот вопрос тоже решен. Когда реализуется такое дорогостоящее имущество, то деньги, оставшиеся от погашения долга, могут быть возвращены должнику. И могу сказать, что Верховный суд Российской Федерации дал, вот буквально было недавно постановление 17 ноября текущего года о том, что такое взыскание действительно возможно. Да. А есть ли какие-то такие вот критические показательные суммы, после которых вот налоговые органы подают дело в суд, чтобы взыскать принудительно с неплательщика? Да. И ориентироваться на сумму или на срок, или на что, вот как, чтобы... Здесь стоит ориентироваться и на сумму, и на сроки. Что касается суммы, то мы сразу же после наступления срока уплаты налога, когда должник не исполнил наши требования о погашении задолженности, подаем заявление по всем суммам, где сумма долга больше 3000 рублей, то есть 3000 рублей и выше. Но если в течение 3 лет с момента образования первого долга налогоплательщика сумма не накопилась до 3000 рублей, то мы все равно выйдем в суд с заявлением о взыскании меньшей суммы долга. То есть 3000 или 3 года. Понятно. Следующий вопрос, Людмила Ивановна. Вопрос по земельному налогу. У нас по федеральному закону пенсионеры-инвалиды освобождаются от уплаты налога на землю. А в Красноярском районе мы платим все 100% за этот налог. На каком основании, скажите, пожалуйста? Что касается земельного налога, то он зачисляется в бюджет муниципалитетов, и, соответственно, каждый муниципалитет, каждое муниципальное образование своим законодательным актом устанавливает ставки земельного налога и категории льготников по земельному налогу, поэтому такая ситуация действительно может быть и отличаться в каждом районе Самарской области. И вот тоже, по-моему, тоже новшество определенное, когда... Если человек не платит, гражданин, но работает, и у него есть банковская карточка, то говорят, что сейчас могут и без ведома этого, значит, гражданина списать просто с карточки. Или нет? Ну, я бы не сказала, что это совсем без ведома, потому что гражданин... Он будет предупреждаться о задолженности. Понимая, что он владелец имущества, он не заплатил по налоговому уведомлению. Он получает наши требования, не платит по требованию. В требовании мы предупреждаем, что если вы не оплатите по этому требованию в срок, который мы вам сейчас устанавливаем, тогда мы начнем процедуру взыскания в судебном порядке. Зачастую должники не являются даже в суд, когда рассматриваются наши заявления о взыскании. И вот когда, получив судебное решение, мы его отправим судебным приставам, то, конечно, пристав, уже действуя в рамках закона, исполняя судебное решение, может обратить взыскание на заработную плату, поскольку и службы судебных приставов, и налоговые органы располагают полной информацией и о банковских счетах должника, и о его имуществе, и о месте жительства. Но мало того, мы можем обратить взыскание и на долю имущества, которое нажито в браке, то есть на долю одного из супругов. То есть и такая процедура возможна. Поэтому последствия неуплаты налогов достаточно серьезные. И вот еще сейчас такое время, каникул приближается, а люди полетят, некоторые, за рубеж. Скажите, могут не пустить вот с такой вот задолженностью, просто не выпустить из страны? Да, требуя, конечно, заплатить налог. Конечно, закон такую возможность предусматривает. Это закон об исполнительном производстве, когда судебный пристав-исполнитель может вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. И в преддверии новогодних праздников, я думаю, какая-то часть граждан все-таки поедет отдыхать за рубеж. Но, наверное, надо ознакомиться, есть долги или нет долгов. Если есть, то оплатить. А вот с тем, как ознакомиться, на сайте налоговой инспекции Самарской области есть прекрасный ролик, который очень доступно это объясняет. Я предлагаю его посмотреть, ну а затем мы продолжим разговор. Хотите узнать свою задолженность? Это очень просто. Зайдите на сайт налоговой службы в раздел «Физические лица». Перейдите по ссылке «Наличие задолженности или переплаты». Здесь имеется подробная справочная информация, а также ссылка на сервис «Я хочу узнать свою задолженность». Войдите в свой личный кабинет. Для этого введите ИНН и пароль. Система выдаст информацию о всех ваших задолженностях и пенях по ним. Здесь же вы можете их оплатить.
отметьте, какие задолженности вы хотите оплатить, и выберите удобный для вас способ оплаты. Для оплаты наличными, например, через Сберкассу на портале, можно сформировать платежные документы. Можно также оплатить безналичным переводом через банк. Портал Федеральной налоговой службы помогает решить все проблемы быстро и удобно. Продолжаем отвечать на вопросы. Светлана Игоревна интересуется: я не оформляла участок, и у меня его нет, а налог приходит на мое имя. Что мне теперь делать? Вот действительно, копятся долги, да. Задолженность у Светланы Игоревны, ни участка нет. Если Светлана Игоревна считает, что она не оформляла участок, и у нее действительно нет документов, подтверждающих право собственности, я думаю, ей в первую очередь надо обратиться в регистрирующие органы, те, которые непосредственно осуществляют регистрацию недвижимого имущества, и там этот вопрос выяснить, а потом уже обращаться в налоговую инспекцию. В Росреестр, да? Да, в Росреестр, да. Мы, соответственно, будем перерасчеты необходимые проводить. Да, но этим обязательно нужно заниматься, потому что долги копятся, и никто их с нее не спишет. Более того, пени, да, наверное, еще будут накручиваться. Следующий вопрос от Натальи Васильевны. Я пенсионер. У меня две квартиры. Мне нужно платить налог на две квартиры или нет? Пенсионеры сейчас имеют льготы по налогу на имущество, а вот со следующего года льгота будет только по одной квартире. Вот о чем я уже говорила, но льготы носят заявительный характер, поэтому нужно обратиться в налоговую инспекцию и выбрать объект имущества, по которому гражданин предпочитает. Любой из квартир. Следующий вопрос. Я слышала, что пенсионерам, кому 60 лет, оплачивают налог 50%. Если 70, то 65%. Если это правда, то как это можно оформить? Нет, это какие-то недостоверные сведения из недостоверных источников. Таких категорий льготников с процентом оплаты налога у нас нет. То есть пенсионер, либо он имеет льготу в целом по объекту, ну, до сегодняшнего времени вообще по налогу на имущество, либо по одному объекту, начиная со следующего года. Следующий вопрос. Если человек умирает, задолженность по налогам кому-то переходит из родственников или гасится? Да, вот такой случай, когда смерть владельца какого-либо имущества. Законодательно, конечно, предусмотрена возможность списания долга, но это только в том случае, если не объявятся наследники. Ну, как правило, я думаю, такой факт маловероятен. Как правило, у каждого появляются наследники, которые вступают в права наследства, и, соответственно, долг переводится на наследников, и уже процедура взыскания осуществляется с наследников имущества, по которому образовались долги. Если у должника только одно жилье и нет земельного участка, могут ли его арестовать? Если у должника только одно жилье, вот опять же я хочу сказать об этом постановлении Верховного суда, которое в ноябре этого года, номер 50, там были даны четкие разъяснения, что арест может быть наложен и на единственное жилье должника. То есть обременение в виде ареста не позволит гражданину каким-то образом распоряжаться своим жильем, если такие намерение у него появится. Тоже достаточно неприятная процедура в отношении единственного жилья. В виде ареста. Вообще, вот по каким налогам, за какое имущество и так далее больше всего не платят? Вот есть такой вот... К сожалению, это транспортный налог. А вот как-то это можно объяснить? Почему? Я не знаю, наверное, потому что у граждан слишком много транспортных средств собственности, причем и дорогостоящих, зачастую владельцы дорогостоящих автомобилей не желают платить налог, полагая ошибочно, что мой автомобиль не может быть изъят в погашение долга судебными приставами, опять же говоря о несоразмерности, но это тоже ошибочное мнение. Вот. И вот транспортный налог – это ведь тот налог, от которого зависит наша дорожная инфраструктура. Это тот налог, который поступает в бюджет области. И, как это, может быть, не банально звучит, именно этот налог идет на добрые дела, вот на дороги на наши хорошие, чтобы, о которых мы все думаем. И вот он вот меньше всего уплачивается гражданами, и по нему самый большой долг. Но хочу сказать, что активность граждан в этом году значительно выросла. И, я бы сказала, такая налоговая грамотность и налоговая ответственность. Потому что поступления по транспортному налогу возросли в 2015 году и до сих пор продолжают идти очень серьезные суммы в погашении уже образовавшейся задолженности.
Как понять, с какой стоимости рассчитываются налоги на жилье? Вот чтобы понять, насколько справедлива сумма налога, да, вот, которая приходит, нужно как-то приблизительно понимать, с чего она рассчитывается, вот какие суммы берутся за основу. За основу берется инвентаризационная стоимость недвижимого имущества, это вот сейчас, в настоящее время. То есть та стоимость, которая отражена в документах регистрирующих органов. Собственно, вот что нам от регорганов поступает, исходя из этой суммы, мы рассчитываем налог. Со следующего года вводятся изменения, расчет налога будет идти от кадастровой стоимости, поэтому суммы налогов со следующего года будут увеличиваться, там, соответственно, и ставки будут применяться, постепенно повышающие. Но, опять же, если кого-то интересует, какая у них будет сумма налога со следующего года, я думаю, необходимо обратиться в инспекцию по месту нахождения объекта имущества, и более подробные разъяснения каждому гражданину могут дать. А в случае несогласия с этой суммой, ну вот бывают такие вот, ну нереальные, допустим, там участок оценивается, ну вот даже для продажи там в 500 тысяч рублей, а приходит там на 2 миллиона. Вот расчет, вот, если вы видите, можно опротестовать эту сумму как-то или нет? Ну, существует определенная процедура, в том числе и в судебном порядке. Я думаю, сейчас и на центральном телевидении этот вопрос обсуждался. Вот буквально недавно я сама лично видела передачу, то, что граждане, очень много граждан несогласных. Вот в частности, по земельным участкам произошло увеличение земельного налога в этом году. Да. Поэтому этот вопрос на контроле, и в том числе, ну, на контроле в самых, я так понимаю, высших эшелонах руководства законодательных. И поэтому можно, да, можно и в судебном порядке оспорить кадастровую стоимость, вот в данном случае земельных участков, то есть такая процедура существует, и любой гражданин может как бы ее пройти. Угу. Следующий вопрос, Клавдия Александровна. Я пенсионерка, при покупке квартиры какой налоговый вычет предоставляет, может мне предоставить, или будет единовременная выплата? Ну, вот я думаю, для пенсионерки о налоговом вычете... При покупке, да, это речь идет об имущественном налоговом вычете, то есть когда гражданин, приобретая жилье, имеет право на возврат из бюджета налога на доходы, который был уплачен им в бюджет. Ну, то есть в данном случае речь идет о работающих гражданах, с которых налог на доходы удерживает работодатель, то есть налоговый агент. И эту сумму потом из бюджета возвращает. Но поскольку пенсионер, не работающий, поэтому, наверное, речь вести о возврате налога не стоит, поскольку она и налог-то в бюджет не перечисляла. Понятно. Еще такой вопрос. Есть такое вот понятие, как срок давности в различных сферах. В отношении уплаты налогов он существует? Вот не платит человек там 20-50 лет, и он списывается, или это нет? Нет, в отношении уплаты налогов никаких сроков давности не существует. К нам поступают обращения граждан, которые полагают, что общий исковой срок давности 3 года, да, который мы привыкли применять, он касается и налогов. Но это заблуждение со стороны граждан. Законодательно не установлены сроки давности по уплате налогов. А налог будет числиться, ну, скажем так, пожизненно за гражданином, потому что независимо, образовался он 5-10 лет назад и так далее. Как бы это, может быть, и звучало непонятно да, для слуха гражданина. Есть такая возможность списать долги. У нас 59-я статья Налогового кодекса, она закрепляет такое понятие, как признание безнадежной к взысканию задолженности и списание. Это происходит в том случае, если факт безнадежный к взысканию задолженности признан судом, то есть только через суд. А сотрудники налоговой службы участвуют вот в таких мероприятиях, которые судебные приставы проводят? Это обязательное условие? И вообще, вот ваша функция какая-то? И какие-то вот обстоятельства жизненные вообще принимаются во внимание вот при там, списании какого-то процента долга налогового или еще чего-то? Или нет? Законодательно никаких жизненных обстоятельств не принимается. Законодательно должнику может быть дана возможность отсрочки уплаты налога. То есть у нас тоже есть вот такая глава 9 Налогового кодекса, где подробно разъясняется о порядке представления отсрочки, но, к сожалению, этот срок не может быть более 1 года. То есть если должник не может единовременно выплатить налог, налоговый орган может принять решение об отсрочке или рассрочке. Это, наверное, вторая часть вашего вопроса. Угу. Если к первой части, касательно нашей работы совместными судебными приставами, это действительно очень активное взаимодействие. У нас есть межведомственное соглашение о взаимодействии.
Мы активно сотрудничаем с судебными приставами, поскольку мы, как взыскатель, заинтересованы в скорейшем поступлении долгов в бюджет. Мы в первую очередь направляем судебным приставам всю имеющуюся информацию о должнике. Налоговые органы располагают большой базой данных. Это начиная, конечно же, о зарегистрированном имуществе, поскольку мы начисляем налоги на это имущество. Это сведения о банковских счетах, поскольку их нам передают кредитные организации. Порядки обмена тоже законодательно установлены. Кроме того, мы передаем сведения о долях физических лиц в уставных капиталах юридических лиц, поскольку на эти доли тоже можно обратить взыскание. То есть очень-очень активно помогаем приставам взыскивать долги. Следующий вопрос. У меня земельный участок 5,38. Я пенсионерка. Должна ли я платить налог на землю? Здесь, я думаю, нужно... От размера вот участка зависит? Нет, это нужно обратиться просто по каждому району, свой законодательный акт, как я уже говорила. Поэтому человеку, который обратился с этим вопросом, нужно обратиться в инспекцию по месту нахождения земельного участка, и там, с учетом того законодательного акта, который действует на их территории, ей дадут подробные разъяснения. Угу. Можно ли оплатить налог через интернет? Да, конечно, можно. В век... передовых технологий, интернет-сервисов, Федеральная налоговая служба, наверное, находится достаточно на высоком уровне в этом плане. То есть существует официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, на котором размещены ряд электронных сервисов, позволяющих заплатить налог через интернет. Во-первых, это сервис «Заплати налоги». То есть это для всех граждан абсолютно доступен. Там можно через банки-партнеры провести платеж, без комиссии, совершенно без комиссии. А еще более удобный сервис для граждан – это личный кабинет налогоплательщика физического лица. Мы не устаем о нем рассказывать, потому что это действительно удобно. Вы можете там не только оплатить налоги через интернет, а можете и узнать о сумме начисленного налога, о тех объектах налогообложения, которые числятся в налоговой инспекции, на которые мы начисляем налоги, увидите стоимость имущество, именно ту сумму, от которой исчисляется налог, ставку налога, и распечатать копии всех документов, которые мы вам направляем. Не так много времени у нас осталось. Я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на основные моменты, на изменения, которые произойдут в следующем году. Вот налогоплательщикам на что нужно обратить внимание? В новом году что изменится? Что-то изменится? Ну, во-первых, вот мы уже касались этой темы, то, что нужно заявлять о тех объектах имущества, которыми мы владеем, и по которым нам почему-то не приходят уведомления из налоговых инспекций. А далее у нас увеличивается стоимость суммы налога на имущество в связи с тем, что будет расчет производиться, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Вот, наверное, основные новшества. А дальше? Сейчас пенсионеры имеют льготу по налогу на имущество, независимо от объектов имущества, которыми они владеют. Но для этого нужно обратиться тоже в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением. Ну вот, а после пенсионеров другая массовая такая категория, освобожденная от уплаты, льготники какая? Наверное, больше я не знаю такой категории. Массовой. Со всем этим можно познакомиться. Благосклонное наше законодательство именно к пенсионерам, да. Понятно. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли. Еще раз прояснили такие пункты по оплате налогов, важные, тем более, что есть изменения. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.